Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S24 FE. И сейчас я покажу вам, как включить, как записать видео с экрана. Итак, свайпаем вниз, ищем здесь запись экрана. Если здесь нет, нажимаем на карандашик. Нажимаем «Изменить», ищем ее уже тут. Находим, перетаскиваем сюда, или просто нажимаем «Сохранить». Теперь свайпаем вниз, ищем запись экрана, нажимаем. И прежде чем начнем запись, можем выбрать, как мы будем записывать звук и показывать касание или нет. И нажимаем «Начать». У нас идет обратный отчет, который мы можем пропустить, и запись началась. Во время записи мы также можем что-то рисовать, обводить. Также можем включить фронтальную камеру. Когда мы записали все, что нам нужно, нажимаем на квадратик. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.